Всем привет! С вами сегодня с вами канал Русские автомобили под посадкой. Сегодня у нас в обзоре такая обновка. Пятнашка. Вот. Масштаб 1:36. Металл. Двери открываются, ездит. От Автотайм седан. Вот. Что я хочу сказать именно по ней. По дну. Тут, видите, должно крепиться, чтобы оно так не болталось. Тут, короче, прикреплено. Вот. Колески, пузырьки, двери плохо закрываются. Вот. Так. Ё-моё, цвета, спойлер. Дверь открывается, салон нормальный. Фары не мутные. Вот, что еще сказать? И еще вот видите машины. Четверка, шестерка, восьмерка, пятнаха, Нива, Лада, вот десятка. Вот помните такую Ладу? Вот эту. 11. Вот эту. Тут пацан снимал, тут красная. Вот такая же десятка, Калина, Приора. Ой, Гранта, что я говорю, Приора, блин. Гранта, Ларгус, ГАЗ 21, ГАЗ 13, ГАЗ 3 миллиона 100. Нет, короче, херню плету. Газель, УАЗ, УАЗ, УАЗ. УАЗ Хантер, УАЗ Патриот, ПАЗ. Вот, короче, такая коллекция. Автотайм. Русская серия. Русиан Сирис. Вот. Такая штука. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы сейчас уезжаем на север. Ну, не на север, просто в гости. Надолго. На каникулы. Вот, и у нас меня долго не будет видео. Почти неделю. Ну, это недолго, да? Сам соглашусь. Вот. Когда у меня наберется 100 лайков, я выпишу другое видео. Спасибо за просмотр. Всем пока.